Ну что, сегодня будем тестировать ворожая такого, пока про его докачаю до топа. Поехали. Попробуем таким составом через Анубиса сейчас разогнаться. Так, у нас там стрелок остался. Давайте все-таки через стрелка зайдем, чтобы сразу стрелка слить. Вот на черепе взяли разгон. Ну, как видите, практически никого не осталось. Просто ни о чем. Поехали следующего искать. 28 секунд у нас ушло на это все. Так, что здесь? Тоже стрелок с этой стороны. Так, а тут у нас тотем есть. С вальтором. Теперь всех кидаем. Топ номер два. Двадцать пять секунд. То есть, видите, герой сам по себе реально очень крут. Очень офигенный отхил дает. Что тут у нас? Как раз есть, да? Тут немножко придется повозиться. С таким составом даже будет немножко сложно. Так, тыковку слил. Пока пробуем без тыковки побегать. Остался Рину еще. Немножко разбежались. Идем. Как видите, Вальтор из себя сейчас опасности не представляет. Говорю, Вальтор. Некрос. Тут у нас слил. Еще разок. Давайте с другой стороны зайдем. Так, чтобы его не трогать. Неудачно. Первый заход какой-то более удачный был. Чанку не наложили. Смотрите, как он героев хилит. Реально круто. Они не настолько быстро проседают. Попробуем еще разок. Чтобы раз заблокировал сейчас умение. Есть разгон, есть. Тыковка умерла. Давайте через хрона попробуем. Так, опять тыква сдохла.
Видите, как герои проседают быстро. Кто там у нас остался? Один Анубис. Ну вот и все. Причем, смотрите, героев. Донатных героев нет. Вот вам новый герой, который дает хороший отхил. Реально очень круто с ним проходить битву гильдии. Он очень себя хорошо показывает на арене. Мы одну тыкву потеряли. Невелика потеря. Кто там у нас остался? 81. 285. Смотрим, что у нас здесь. Это я не вижу стрелка, где он с этой стороны. Попробуем отсюда заходить. Звон есть, отхил есть. Смотрите на героев. Как вам такой прикол? Просто изи. Это вообще непонятно, что это такое. Ладно, давайте тут поиздеваемся. Начнем с черепа. Перезайдем, опасно. Выманим лучше Дрейка сразу. С таким отхилом, как дает... Эй, ну реально, ничего не страшно. Сейчас просто получим разбег. Вот даже мы получили ту же самую молчанку. Слили у нас тыкву. Смотрите, что дальше. Смотрите, какой у него хил. Ну реально жесть. Какой там гаргул. Вот и вся битва гильдий. Что я вам могу сказать? Ну реально трэш. Я не знаю, что они дальше будут вводить. 5 минут, ну потому что мы там еще бегали, но реально можно битву гильдии там по 40 секунд на противника потратить. Все, вот все топы. Как-то печально даже. Вот такая вот битва гильдии. Пишите в комментариях, как вам новый герой. Проходил я причем героями там не особо крутыми. Ремочный, варлок, ну тут оно беспонятно, 8-8. Он тоже не прокачанный до топа. Ремочный хранитель, тыковка и РС ремочный. Эти герои у многих уже есть. Вот так вот. Некросом просто на изи. Всем пока.